Ты живая хоть? Живая. Живая, правда ведь? Так это, наверное, он еще одна, да? По осени цыплят считают, а по весне лягушек. В подвале частного дома Людмилы Андреевны тепло и сыро. Местный климат оценили земноводные. Импровизированный террариум появился здесь, когда начал таять снег. И у нас стало здесь заливать. И у меня вообще вода шла вот сюда полностью, шла она у меня полностью. Вот здесь не было воды. Туда она шла прямо полностью в огород. Дом, говорит хозяйка, совсем новый. Если локальный паводок будет повторяться ежегодно, он оцереет и сгниет. У соседей ситуация не лучше. Самой актуальной обувью давно стали высокие резиновые сапоги. Иначе к домам не подойти. Как говорится, хотели как лучше, а получилось как всегда. Улицу Гоголя недавно газифицировали. При этом, правда, разрушили дорогу. Насыпи не стало, и талая вода устремилась к домам. Это идет вода с центральной улицы, по которой тоже нету сточных канав, по которой бы вода шла к Каму. Из-за этого она, пробиваясь через огороды, идет вся сюда. Естественно, все идет к людям. Усольские власти готовы бороться с заболоченностью нижних улиц, но при условии, что жители подтопленных домов отнесутся к своей беде по-хозяйски и тоже выйдут на благоустройство территории. Нам бы хотелось эту работу организовать и провести совместно, администрация совместно с теми людьми, которые владеют своими домами, с домовладельцами. А мы им поможем организовать, провести и выделим технику. Людмила Андреевна уже подумывала продавать новый дом. Сейчас, когда власти решили помочь навести порядок на улице, хозяйка, возможно, изменит решение. И вместо лягушат будет приглядывать за цыплятами. Александра Михеева, Александр Копысов, телевизионная служба новостей при содействии «Березники ТВ».